Ребят, всем огромный привет! С вами Серега Стилов. У нас новая серия Стилов Дейли. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк авансом, кому не сложно. И мы начинаем. И это у нас такая лайтовая серия. Просто, знаете, насладиться картинкой и насладиться офигенной машиной, которая в отличном состоянии, которая была у одного моего знакомого друга очень-очень много лет, который ее холил-лелеял, ну, просто решил продать, потому что, ну, типа, надоело одно и то же, грубо говоря. Поэтому мы сегодня будем наслаждаться этой BMW E36 с мотором 1GZ GTE. Это реально очень крутая машина, и знаете, вот что я вам самое главное скажу, что я видел, можно сказать, весь ее путь. Я видел, как она только приехала в Петербург, она была еще, по-моему, на M50 моторе. Я видел, как ее свапали, как учились на ней дрифтить, как там покупался этот обвес. До этого у нее был другой обвес, по-моему, такой типа классический M-look. И, собственно, я видел становление этой машины, и она была, ну, всегда рядом, да, то есть мы там из одной тусовки очень часто катали вместе, пересекались на тренировках, пересекались на всяких ивентах, просто выезжали покататься. И, собственно, я всегда на нее смотрел, и вот именно на эту BMW E36 я думал, вот если 36-ю, то только такую, вот реально, вот только такую, а лучше эту. И настал тот момент, когда Леха, Cold Family, я думаю, многие его знают, решил ее продать зимой. Я так понимаю, он был на отдыхе на Шри-Ланке, и что-то в голову ему ударило, что ему скучно живется. Собственно, он решил продать эту машину, чтобы купить себе новый проект, это Porsche Cayman на Узете, который он все лето собирает и буквально два раза, по-моему, выехал на нем. Короче, это совсем другая история. А история именно вот этого автомобиля заключается в том, что он мне сделал все, чтобы она была идеально стритовой, неприхотливой, на каждый день, плюс съездить на ивент, подрифтить, соревнования, там, не знаю, дрифт-экспо, какие-то покатушки, тренировки и, конечно же, там, цунами-пикник, либо просто постоять, либо покататься. Эта машина сделана именно в стиле стрит-тачки, о которой я сейчас как раз-таки расскажу. Я от этой 36-й вообще в восторге был всегда, как вы поняли, и, собственно, когда она появилась в продаже, за полтора. Я, конечно, попробовал трогануть, да, но не получилось. Я говорю, да, Лех, все по рукам, приезжаешь со Шри-Ланки, прилетаешь, и я ее сразу же забираю. Забрал я ее еще в декабре. У него... Да, и получается, прямо с территории у него забрал до лета, по-моему, в мае. Собственно, все лето она была вместе со мной. И, конечно же, да, я ее планировал сразу подарить подписчикам, потому что машина крутая, в автопарке я бы хотел бы такую иметь, но, к сожалению, ну, всегда чем-то надо жертвовать, либо здесь, в данном случае, именно эта машина получается у нас как такая переходная, чтобы у нас был контент, чтобы мы ездили на соревнования, чтобы другие машины собирались. Ну и, собственно, эту машину я взял у Лехи и понял, что она скоро достанется одному из вас, тех, кто купил коллекционную наклеечку. У нас, кстати, до 16 числа включительно коллекционные наклеечки продаются, и судя по выходу этого ролика, буквально осталось там 1-2 дня, и все, наклеек больше не будет. Соответственно, если вы хотите получить эту тачку, один счастливчик ее получит, то покупайте наклейку на stilovstore.ru, ну и, собственно, получите эту машину, плюс 100 тысяч рублей, я специально даю 100 тысяч рублей на ее обслуживание, на какие-то дела, там, куда-то перевезти, помыть, заправить, резину купить, еще что-то. Ну, сами знаете, для дрифтовой машины или какого-то проекта всегда сотка будет не лишней. Собственно, я ее купил, чтобы ей немножечко повладеть, немножечко покататься, так сказать, приложить руку, а руку я уже приложил, и не только. Вот, да, чуть-чуть подрасшатали ее, но благо 125-е спасли ситуацию, все открасили, она сейчас как новая, даже лучше выглядит. Ну, и там всего лишь один рычаг повредился, у нее и не такие крэши бывали, вы сами знаете, что дрифт, он подразумевает крэш. Это то же самое, что пришел на бокс, да, как бы, ну, будь готов получить по щам. Даже если ты будешь очень аккуратен или там очень сильный, силовой, то все равно ты когда-нибудь получишь. В дрифте точно так же. Каким бы вы, не знаю, скилловым, аккуратным не были, если вы катаете, то когда-то ваша машина получит. Много, мало, но она когда-то точно получит. Поэтому к этому готовьтесь и к этому спокойно относитесь. Сразу лучше запаситесь друзьями, которые у вас там смогут и там починить машину, да, шарят, если вы там сами не очень шарите, либо там малярами, которые могут покрасить машину, там обвесики туда-сюда. Короче, в этом всем надо разбираться, когда владеешь такой машиной. Ну, лучше разбираться, вот, чтобы было, естественно, дешевле. В общем, эта машина куплена именно для вас. Это легендарная E36 Лехи Ланцова, которую он построил, ну, можно сказать, да, там, с нуля. И я рад ей владеть и рад на ней кататься. Вот я сегодня намывал ее, прям реально вручную намывал, там, на самомойке шампуньками, этими губками. Я понял, почему он так любил намывать тачку.
реально приятно мыть вот эти формы ее все. Самое главное, почему она мне нравится, я понимаю это прекрасно. Знаете почему? Потому что она в японском стиле сделана. Она реально, это баварец, сделанный в японском стиле, как и по сердцу, это двигатель, да, так и внешне. Но об этом чуть позже мы вам расскажем. А сейчас смотрите красивые кадры этой машины. Ну и давайте пройдемся по внешнему виду. Это, как я уже говорил ранее, чисто такая японская 36-я. Здесь у нас получается стоковый капот пластиковый. Расширение в круг – это расширение Felony Form. Опять же, там Леха подгонял все там с малярами, все это подгонялось, чтобы это именно аккуратно стояло. Вся фитуха настраивалась, потому что реально колеса вот так четненько сидят в арках, ничего не цепляет, ничего там не шкрябает. И при этом она смотрится реально офигенно с фитухой. И при этом еще и едет боком, и там ничего не задевает, ничего, знаете, там крылья не выламывает. И самое главное, наверное, вот этот обвес японский, это обвес европейский, он называется клик-тюнинг. Леха со своей женой ездил за ним сам в Европу еще давно-давно, покупал там обвес и вез его сюда, и ставил, подгонял опять же. И когда-то это была единственная 36-я на таком обвесе, но потом с Европы заказали еще комплектик, причем они там не продавали, по-моему, именно в Россию, потому что знали, что скопируют. Алёха обещал, что не отдаст на копии. Но еще один комплектик, так сказать, утек в Россию, и, естественно, теперь в России можно заказать такой обвес. Не помню где, ну, короче, в каком-то городе его делают. Это бампер М3. И на нем как раз губа от клик-тюнинг, пороги клик-тюнинг, там только пороги, по-моему, 400 евро стоят, что-то такое. И сзади у нас тоже, ну, обычно там стоковый бампер с диффузором, то есть это уже не клик-тюнинг. У клик-тюнинг тоже имеется губа заднего бампера, она раньше здесь стояла, когда машина была черно-красная, но сейчас стоит бампер именно с диффузором и тоже придает такой своей некой агрессии. По сути, на самом деле все, здесь полностью стоковые крылья, то есть переднее крыло, оно стоковое, оно металлическое, оно, конечно же, там вырезано где надо, но сверху стоит вот эта самая накладка Felony Form, а сзади тоже абсолютно стоковые крылья железные, там ничего не выпилено, ничего такого нету в стиле корча, когда там все лишнее спиливают, там машину максимально облегчают, нет. Здесь, естественно, сзади стоковое крыло подпилено, чтобы колесо заходило в арку нормально, и сверху уже накладка стоит от Felony Form, опять же. Расширение Felony Form, оно, кстати, тоже в таком, ну, японском стиле, назовем это так. Это когда идет чисто такая, знаете, накладка на стоковое крыло, и, соответственно, крепится оно здесь очень аккуратно на болтах шестигранных нержавеющих. Это все очень-очень так, знаете, лаконично смотрится. Соответственно, вот здесь вот такая выемка под лючок бензобака, все открывается, все тут удобно. Также здесь стоит доктейл, либо лучше назвать это, наверное, спойлер лезвия, такое что-то между доктейлом и спойлером лезвия, и козырек. Опять же, это все чисто такие японские классические элементы обвесов. И передние крылья, они также крепятся на шестигранные болтики, тоже на стоковое крыло, которое изначально, конечно же, дорабатывается, там вырезается. И здесь еще можно менять его вылет немного, то есть на сантиметр его можно всегда сделать пошире, просто здесь добавив гайку-проставку или втулочку, лучше втулочку, здесь как раз стоят втулочки. И, соответственно, крыло можно еще немножко отогнуть, если вам не хватает ширины. Это, кстати, удобно, прикольно и практично. По дискам у Лехи стояли вот такие СССРы, это копия СССРов, естественно, японских, это китайские диски. Почему китайские? Потому что машины используются для дрифта, и очень часто можно там где-то приложиться и так далее. Я не знаю, какой комплект у Лехи это колес, но я уже одно колесо раздолбал. Вот, поэтому сзади у меня сейчас стоят, опять же, тачка получилась в японском стиле, когда колеса на разных осях разные. Сзади у меня стоят 18-е Nismo LM, копии, офигенные диски, мне очень понравились. Я как раз купил себе пару комплектов таких, у меня на моей рыжей сейчас спереди такие колеса. Ну, короче, офигенные колеса, мне очень нравится, как они смотрятся на этой машине. Я даже не знаю, что лучше, вот эти СССРы, либо Nismo LM.
как будто бы даже не с мейлом поприкольнее смотрятся, они как раз потемнее так. Но, собственно, диски — это, как вы знаете, чистое дело вкуса. Ну, мне вот такой лук реально очень-очень нравится. Сзади, опять же, ничего такого сверхъестественного. Здесь добавлен вот этот такой достаточно массивный диффузор. Смотрится классно. Да, конечно, он уже такой немножко бывалый, потому что много чего повидал. Блин, ничего лишнего, реально. Казалось бы, да, диффузор — достаточно большая конструкция, но вот ей он очень заходит, именно в сочетании с вот этим спойлером-козырьком, да, с верхним спойлером-козырьком, прям круто. И вот такие два шотганчика аккуратные, они причем достаточно тихие, потому что там у нас стоит банка, и вообще машина достаточно тихая. Она работает, знаете, как классический Tour-RV едет. GZX какой-нибудь, да, и вы слышите, он такой и поехал. Вот, о, машина на GZ. Вот здесь именно вот такой звук. То есть, если сравнивать с моей сливой, с моими гоночными машинами, там SX, рыжий, там вообще другой звук. Там звук просто супер громкий, он просто, ну, ты незамеченным не останешься. Здесь достаточно такой умеренный, именно басистый звук GZ. По салону у нас тоже все по-стритовому. Опять же, что такое по-стритовому, многие, может быть, не понимают. Это когда полностью салон сохранен, все обшивки сохранены, они в хорошем состоянии. Здесь нету, знаете, вот, когда что-то тут торчит, какие-то провода, какие-то трубки, шланги и так далее, все грязное. Нет, здесь все достаточно чистое. Карта в хорошем состоянии, аккуратно стоит руль замшевый Нарди, оригинальный. Далее у нас стоит здесь короткоходная кулиса Попов Моторспорт. Леха сделал здесь такую кастомную, типа а-ля, знаете, бандана. Вот этот кожух. Стоит стандартный набор хорошего дрифтера. Это ручник DK-Lab. Оригинал, естественно, на цилиндре Wildwood. То есть, ну, DK-Lab, я думаю, что многие его знают. К нему вообще никогда никаких вопросов нету. У меня на всех машинах стоит DK-Lab. Я им дико доволен. Но это реально очень крутой, качественный ручник. Да, он стоит денег, но, поверьте мне, он вам на долгие-долгие годы. И здесь очень аккуратно сделана именно армировка. Тоже Леха заморочился, здесь все аккуратно ее провел. То есть здесь никаких вообще, знаете, вопросов к салону нету. Ну, если включить зажигание, сразу увидим датчики, датчики депо. Их здесь вполне хватает. То есть здесь самые основные параметры — это, конечно же, температура воды, температура масла и давление масла. И также есть здесь буст, буст-контроллер Blitz. Показывает надув. Соответственно, здесь сделан бустап, надув единичка, стоковый первый J на бустапе. Ну и есть мафон, можно послушать музыку, радио. Что угодно, короче. Это тоже всегда приветствуется именно в стритовой машине, потому что музычка нужна. Стеклоподъемники, конечно же, работают. Здесь вообще никаких вопросов нету. Также работает доводчик стекла. За долгие годы это не сломалось, и это, конечно же, очень хорошо. Еще здесь есть центральный замок. Блин, центральный замок реально я давно уже не встречал, даже на стритовых тачках, чтобы машина с ключа закрывалась, ну, с брелка. Мое почтение, реально. Я знаю, сейчас скажете, в смысле, Серег, что в этом такого? Поверьте мне, во многих дрифтовых машинах, почти во всех, эти все функции не работают. У меня даже в сливе это тоже не работает. У меня все аналоговое, с ключа подошел. Здесь раз, закрыл и ушел. Ну, салон, соответственно, сохранен весь. Сзади диван есть. Два ковша стоят. Бимарка, Кобра. Я думаю, тоже многие их знают. Это оригинальные ковши хорошие. Два ремня также стоят. Четырехточечный OMP из парка. Ну, тоже, если, опять же, участвовать там во всех соревнованиях, ремни к ковшам обязательны. То есть вы накинули четырехточечный ремень. У вас есть огнетушитель. Здесь он есть. Все, вы можете участвовать в дрифт Мацури спокойно. Ездить на Егору, кататься на ней. Понятно, что она при наших сейчас гонках вооружения, она не такая уж там, ну, что сказать, она не такая уж конкурентоспособная, конечно, но все равно съездить на какие-нибудь соревнования и, ну, там, одеть, там, может, 17-е покрышки не очень широкие и погонять, почему бы нет, Леха участвовал в дрифт Мацури. Ну, понятно, что под соревнования машину надо делать немножко в другой концепции. Все-таки соревновательная машина — это легкая машина, это пластиковая машина и, конечно, ну, чуть мощнее, чем сток. А если мы говорим про какой-то надежный конфиг, городской конфиг, то вот он. Это стоковый первый GZ. Я думаю, никто не поспорит с надежностью стокового первого GZ. Это BMW-шная коробка. Здесь гитрак стоит. Здесь двухдисковое органическое сцепление для этой мощности за глаза. Ну и в совокупности это, конечно же, дает все надежность. Почему я, опять же, за надежность говорю? Потому что эта машина у Леши была на каждый день. Он ездил на работу,
по 100 километров там каждый день. Он делал все дела там, все летние, естественно, каждый день. Зимой, естественно, она стояла в гараже или там в серваках и ждала следующего сезона. Поэтому это не зимняя машина, имейте в виду. Это чистая летняя пушка. И вот сейчас даже пока ехал сюда, просто взгляд она собирает очень люто. Просто все смотрят на нее. Я надеюсь, что люди понимают, что если они видят там старую BMW 36 в таком состоянии, эта тачка стоит дорого, она того стоит, и это уже как бы скоро перейдет в разряды раритета. Вообще, кстати, 36 это по сути аналог Сильвии S14, S15, только с левым рулем и только немцы. Короче, грубо говоря, если вы любите немцев, если вы любите Баварию, если вы любите BMW, для дрифта вам надо брать 36-ю, оптимальный вариант, да? То есть на нее есть много комплектов обвесов, подвески, решений там по двигателю, тот же GZ, BMW-шные моторы. Если вы любитель Японии, то, конечно, вы возьмете там Nissan, любите, возьмете Сильвию, да, если у вас там на нее бюджет есть, либо что-то попроще, типа Лаурели там и так далее. Я считаю, что E36 это немецкая Сильвия. Хочу добавить один важный момент. Машина низкая, и, собственно, все это в совокупности, обвес, расширение, то, что машина низкая, то, что есть фитуха. Фитуха – это вот это вот расстояние между диском и аркой. Это все машину в совокупности делает такой красивой, и образ ее становится именно таким, знаете, насыщенным. Короче, она реально вот, если едет, то она как будто прям плывет по асфальту. Просто очень многие тоже люди не понимают, почему машины одинаковые на там одинаковых дисках, на одинаковых обвесах. Одна красивая, а другая как-то смотрится странно. Вот как раз все в совокупности. Это диски, это, конечно же, дроп машины, да, то есть ее посадка относительно земли. Это обвес, ну, там и так далее, всякая мелочевка, то, что все сделано аккуратно. Это все и дает полный образ автомобиля. Но здесь есть одна пометка очень важная. Если вы все-таки дрифтите и хотите дрифтить, хотите потихонечку там учиться, вы уже умеете дрифтить, неважно. Имейте в виду, что ваша машина в идеале никогда не будет. Правило дрифтовой машины, если она с 3 метров выглядит хорошо, то окей. То есть не заморачивайтесь на какие-то коцки. Они будут по-любому. То есть ну нельзя передвигаться постоянно на такой низкой машине, да, дрифтить на ней, еще там где-то ездить по делам и ни разу не задеть бампером, не задеть порогами. Невозможно это. Поэтому имейте в виду, что машина, она хоть и красивая, да, но в любом случае какие-то коцки и так далее будут. Поэтому когда красите такую машину, вы можете даже слишком прямо не заморачиваться, чтобы, знаете, это было прям просто в идеал. Оно дрифтовой машине не нужно. Если у вас машина, конечно же, под выставку, и машина ездит там только на эвакуаторе, либо два раза в год своим ходом, опять же, до какой-нибудь точки, то, конечно, можно себе позволить и полностью открасить ее в там самый какой-нибудь дорогой цвет, полностью содержать ее прям супер в идеале. Но если вы ездите на машине каждый день, либо дрифтуете на ней, то имейте в виду, ничего зазорного такого, что где-то у вас будет какой-то скольчик, где-то у вас будет что-то не в зазоре. Поэтому вот это самое главное напутствие. Очень часто тоже приезжаю на какие-нибудь сходки. Я просто это говорю все, исходя из своего опыта. У меня достаточно большой опыт владения низкой сливой. И опять же, очень часто слышу, там, подъезжаю на ней, либо там даже на этой машине подъезжаю, либо там на Чайзере даже, на котором я только выехал. У него, естественно, уже где-то что-то там отходит порог, еще что-то. Я говорю, ребята, расслабьтесь, эта машина используется по назначению. Она низкая, она ездит, и, соответственно, на ней еще можно дать бок. Поэтому то, что там какие-то коцки у вас будут появляться на тачке, ничего страшного. Есть еще один моментик, который вы, наверное, заметили, неприятный. У нее немножко треснуто стекло лобовое, но оно, конечно же, заказано и уже лежит, ждет. Поэтому мы, естественно, в ближайшие дни его поменяем, и будет здесь свежее стекло. Это еще Леха разбил. Бывают такие неприятные моменты, но, опять же, это 36-я, и лобовое стекло очень-очень легко найти. Это вам не стекло, не знаю, на Лаурель. Попробуй найти его. Или на какую-нибудь Кресту старенькую. Или даже на Сильвию. На 36-ю очень легко ищется стекло, поэтому в этом никаких проблем, естественно, новое сюда поставлю. Ну и, конечно же, давайте пару слов о самой главной запчасти в этом автомобиле. Это, конечно же, ее сердечко, да?
ставьте сердечко, если вы тоже думаете, как я. Это лучший мотор в любом автомобиле, старом, и не только старом, кстати. Это GZ. Здесь конкретно стоит первый GZ VVTi, абсолютно стоковый, со стоковой турбиной. Правда, турбина покупалась, по-моему, либо новой, либо покупался какой-то аналог. В общем, турбина свежая, там рабочая. Дует единичку, это в простонародье называется бустап. Единичку дует, около 300 сил в этой машине. Все это, как я уже говорил, работает с двухдисковым органическим сцеплением и BMW-коробкой. Также по подвеске здесь удлиненные рычаги на 4 сантиметра, кайловеры BC Racing, наши любимые, и заварочка сделана. Редуктор 188 тип, заварочка, собственно, что еще надо. У нас сейчас подъехала еще одна 36-я. Мы здесь в последнее время с ней катаемся. Она из другого города, из Ижевска. Она на классическом BMW-моторе, BMW на BMW-моторе на M54 B30. Собственно, мы тут с владельцем поспорили даже немножечко. Знаете, такие классические споры, что лучше. Он предпочитает чисто BMW-мотор в BMW. Говорит, что он достаточно легко тюнится, там турбина накидывается сразу 500 сил. А я все-таки за GZ топлю, реально. В GZ что, накинул сюда, короче, на сток GZ накинул мозг, форсунки, турбину, коллектор. Все, у тебя 500 сил, 550 даже. Метелит только так, только в путь. Здесь, кстати, все управляется стоковым мозгом, то есть все спокойно работает, ничего там не глохнет, ничего. Все стабильно работает, тихо, спокойно. Короче, что скажете, вы за какой мотор в BMW? Все-таки BMW-шный, либо GZ? Слышите, как ровно работает? Япония, Япония! То, что мы любим. Но, если что, откройте капот, BMW. То, что это GZ, я вам не говорю. Ладно, на самом деле здесь еще, кстати, алюминиевый радиатор стоит для охлаждения, также два вентилятора, по-моему, спаловские. Интеркулер самый обычный, масло Радик, естественно, как же без него. И все остальное полностью, ну, стоковое. То есть это полностью стоковое обеспечение первого GZ. В принципе, опять же, на такой мощности там ничего особо не надо. Ну, топливный регулятор стоит. Как бы все, по сути, реально здесь ничего не надо для того, чтобы эта машина спокойно на 300 сил ехала, особо не стирала резину на тренировках и спокойно вас довозила до магазина, до дома, до работы, до учебы и так далее. А вот наш М54. Ну, не наш. Москвичик большой вообще. Не подлезть, ничего не обслужить, мне кажется. GZ раз, раз, раз. Большой, массивный. Ладно, я шучу, я не хейтер BMW моторов. На самом деле, BMW моторы тоже офигенные. Я знаю и М54, кстати, турбированные, которые валят пипец как. Но с моей стороны, я просто не знаю, видите, я настолько привык к GZ, к этой всей движухе. Я знаю, что GZ есть вообще у каждого там и в гараже. У меня там сколько запчастей от GZ. Нужно это раз прикрутил, нужно то раз там купил. Новое, старое, неважно. Не знаю, как обстоят дела с BMW моторами и всеми запчастями. Че, как с запчастями, нормально? 10 раз больше. 10 раз больше? Ладно, хорошо. А сколько у него сейчас сил? 235 сил, ясно. Все, в принципе, можешь закрывать. Мы переместились на вот эту прекрасную локацию, ночной Питер, залив, мосты, мне кажется, ну прям реально идеально. Идеально для того, чтобы подвести итоги этого видоса, закончить его красиво. Ребят, я вот люблю каждую свою машину, чтобы после нее оставался видос. Это в любом случае большая память. Да, остается много фоток на телефоне, каких-то видосиков, каких-то там еще отрывков. Но приятно, знаете, вот через там пару лет зайти на ютубчик себе, открыть видосик и посмотреть на машину, которая у тебя была. Короче, в памяти это точно остается, и для меня это очень важно. Поэтому этот видос у нас тоже посвящен вот именно этой тачке. Уже совсем скоро она достанется одному, возможно, из вас, кто смотрит прямо сейчас. И я уверен, она вас будет радовать. Ну, если она не будет вас радовать, вы можете ее продать,
за много денег. И, соответственно, она будет радовать в любом случае кого-то другого. А я знаю, когда Леха ее продавал, там уже очередь была из 2 или 3 человек. Ну, видите, я успел ее взять и очень рад. И очень рад, что покатался. Она реально офигенная, спокойная городская машина, которая просто дает реально крутые эмоции. Плюс еще едет достаточно достойно. У нас сейчас, кстати, пример как раз-таки BMW, которая нравится мне в японском стиле, и такой, знаете, классической E36 в M-луке. M-обвес, да, диски вот эти с паутинкой, спойлер. Вот это чисто такой классический, ну что, M-лук BMW. Он, кстати, тоже очень классно смотрится, мне тоже очень нравится. Но между этим и этим я, конечно, выбрал бы вот такой, потому что мне ближе к сердцу, как вы знаете, Япония. Опять же, расскажите, что вам больше нравится, такой супер неординарный вид BMW или более такой классический, с этим большим спойлером, с дисками, паутинкой. Будет очень интересно послушать вас в комментариях, обязательно пишите вообще, что вы думаете про эту машину. И, кстати, эту машину, ну, при желании, конечно же, можно сделать и в такой вид. А это в такой. Ну, и на этой ноте мы заканчиваем видос. Ребят, спасибо огромное, что вы посмотрели. Он у нас точно останется в памяти. Эта тачка для кого-то тачка мечты, для кого-то, не знаю, обычно там E36, которая, в принципе, ну, E36 на обвесе, что. Для меня это знаковая машина, которая очень долго в Петербурге, которая очень долго со мной параллельно как бы жила, развивалась, тюнилась. У нее, на самом деле, как я вижу, пути такие. Либо оставаться вот такой стритовой, да, то есть вот полностью вот именно такой внешний вид, такой мотор, либо уже, так сказать, на все деньги. Тюнить двигатель, ставить турбину, мозги, проводку, делать ее там 500 плюс сил, возможно, готовить ее к соревнованиям, потому что кузов живой. Но это уже совсем как бы другая история. Опять же, какая она будет, посмотрим через год, через два, что с ней будет. И уже совсем скоро она отправится кому-то, я еще пока не знаю, кому на данный момент. Ну и хочу вам напомнить, что приобретайте коллекционные наклейки GZX, я именно назвал ее GZX36, на сайте stilofstore.ru, и главный приз достанется одному тому, кто купил наклейку. Вот это бэха плюс сотка. Также у нас в каждой 1000 еще добавляется призового фонда 30 тысяч рублей. То есть среди каждой 1000 участников у нас будет по 30 тысяч распределено. Спасибо вам огромное, спасибо, что поддерживаете. Мы вот буквально сейчас выезжаем уже с бустами в Москву. Ну, сейчас это утром сегодня. Мы сейчас снимаем, сейчас 2:30. Утром мы выезжаем в Москву на мероприятие, которое, надеюсь, пройдет тоже очень хорошо. Ну, естественно, вы увидите это в следующих сериях. Кстати, еще при покупке наклейки у вас мало того, что будет наклейка, обязательно заполняйте свой адрес точный. Если нет вдруг в поиске вашего адреса, то вбивайте ближайшее отделение почты. Короче, что хотел сказать. Помимо наклейки, у вас еще приходит приглашение в наш секретный чат. Кто оттуда, поставьте плюсик или что-нибудь напишите. В общем, у нас там есть комьюнити секретное, где все инсайды, где более подробная информация, где даже есть поездочки на мойку. Присоединяйтесь, при покупке наклейки вам приходит приглашение, не пропускайте его и присоединяйтесь к нам в чат. Ну а с вами был Серега Стилов, подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на мой канал, стройте тачки, тренируйтесь и до новых встреч!